Всем привет! Trinity Motors автомобили с пробегом просили отдельно снять про Ладу. Давайте попробуем все эти машины, которые вот Лада, выдернуть их из общей этой стоянки и снять ролик только про Ладу. Итак, давайте начнем. Лада Гранта, 2018 год, 495 тысяч рублей стоит машина, механика понятная, владелец один по ПТС, привод передний понятно, пробег 58 тысяч километров, 87 лошадок. Вот так она выглядит, штампы и колпаки, черные ручки и черные зеркала, то есть ни магнитола, ничего нет, кондиот присутствует. Такая вот Гранта лифтбэк. Лада Калина, такой синий цвет, датчики парковки сзади, литье двухцветное, черные ручки, черные зеркала, дефлекторы на окнах, магнитолка родная, и тут стоит автомат. Естественно, что руль не в коже, никаких кнопок нет и так далее. Имеется кондиционер, отключение ESP, подогрев передних сидений, все это здесь присутствует. Давайте смотреть. Лада Калина, 2018 год, 565 тысяч рублей стоит машина. Автомат, 75 тысяч пробег, один владелец по ПТС. Ну тоже так, вроде бегло, если смотреть, неплохо смотрится машинка. Еще у нас Гранта, 2018 года, и тоже стоит без 5 тысяч полмиллиона. Естественно, механик, один владелец по ПТС, пробег 52 165 километров. И тоже в кузове лифтбэк. Также стоят штампы и колпаки. Повторители в криле, черные зеркала, черные ручки, дефлекторы. Ну, вот такая машина простецкая совсем. Чтобы подешевле, видимо, было купить, и вот такую и купили. Без ничего. Ну, сколько человек проехал? 52 тысячи, и вот решил продать. Конечно, 52 тысячи это мало, но тем не менее. Так, еще у нас Калина Кросс, смотрите, с рейлингами, с пластиковым обвесом, на литье. Черные ручки, черные зеркала, но это уже атрибут именно такой комплектации. Смотрите, у нас какие сиденья. Здесь стоит робот. Кондиционер присутствует, музыка имеется, руль в коже, но это, походу, же человек сам все это дело ставил. Смотрим. Калина, 15-й год, 395 тысяч рублей. Робот, три владельца по ПТС, 141 тысяча, 260 километров пробега, 106 лошадок. Движок 1.6. Тоже есть небольшие такие моменты, но надо плотно смотреть, может, еще где-то найдутся. Да, вот еще прям видно, вот видите. Возможно, из этого еще какой-то торг уместен. Как думаете, туманки присутствуют? Ну и вот еще у нас, смотрите, Гранта 2017 года. 455 тысяч рублей стоит машина, механика, один владелец по ПТС, 87 лошадок, пробег 62 тысячи 242 километра. Музыку, я так понимаю, дилер стал или сам владелец. Подогрева сидений нет. Имеется кондиционер. Ну вот так смотрится все это седанчик. Штампы и колпаки. Ну, цвет такой прикольный. Только не надо говорить, что Почта России. Вот тут уже какие-то дехвекты пошли. Идем дальше. Вот такая Лада Нива. ВАЗ Лада 4x4, как раньше она называлась. 2018 год, 565 тысяч рублей стоит машина. Механика, владелец по ПТС 1, 83 лошади, пробег 11 633 километра. AUX, USB, AeroGlonass, передние электростеклоподъемники, центральный замок, сигнал с обратной связью, кондиционер имеется, защита картера, черные ручки, черные зеркала. Напомню, пробег 11 с небольшим тысяч всего у этой машины.
Ну, не знаю, правда, неправда, но тем не менее. Еще старая здесь отделка верха и так далее. Ну, такая вот машинка. Идем дальше. Lada X-Ray. Год 18-й, 735 тысяч рублей. Механика, один владелец по ПТС. 106 лошадок движок. Пробег 64 тысячи 225 километров. Вот такая вот машинка. Цвет тоже такой интересный. Переливается на свету, так. Таких, видимо, каких-то издержек нет. Ну, надо опять же что смотреть плотно. Заводить, салон открывать, смотреть и так далее. Ну давайте тогда присоседим вот сюда еще и Datsun, да? Типа та же Гранта. Вот такое белое литье, черные ручки и зеркала. Спойлер такой сзади. Тонировка имеется. Музыка или дилер ставил, или сам владелец. Ну и вот так все здесь выглядит. Смотрим, что здесь за цифры. Вот скольчик. Datsun Mido, 15 год, 375 тысяч рублей. Механика, два владельца по ПТС и пробег 125 тысяч 654 километра, 87 лошадок. Такой вот Datsun Mido. Немного тут потертости есть, но и как-то бампер неплотно сидит, лизованный свет, туманки имеются. Тут тоже некоторые потертости, вот видите. Возможно, еще скидочку за это сделают. Ну и капот тоже, видите, в каком состоянии. Вот еще у нас Lada Kalina Cross, 17 год. И цена почему-то тоже такая же, без 5500, полмиллиона. Механика, один владелец ПТС, пробег 81 078 километров. 106 лошадок, двигатель. Вот так все это смотрится. Largus. 13-й год. 495 тысяч рублей стоит машина. Механика, два владельца по ПТС. Пробег 168 260 километров. Имеются рилинги, дефлекторы окон, тонировка. Да такая, блин, глухая напрочь. Ничего не видно, что в салоне. Штампы и колпаки. Вот тоже, видите, как есть такие нюансы. Ну и тут тоже вот что-то так где-то задето. Идем дальше. Смотрите, Vesta SV Cross. Я-то уже смотрел. Комплектация, смотрите, Black. Здесь стоит вариатор. Давайте поплотнее обойдем. Двухцветные диски. Понятно, что сзади дисковые тормоза. Эта машина, кстати, 21 года. Датчики парковки. Сзади Vesta Cross SV. Понятно, что антенна, видите, акули, плавник, рейлинги присутствуют, тонировка все есть. Ну, вы можете сказать сразу, что, ну вот, типа, чувак машину купил, или кредит не потянул, или типа из-за вариатора нахрен продал ее, типа, это говно. В конце ролика будет еще одна машина, которая еще у нас самая супер популярная из кроссоверов, которая вот продается просто пипец по продажам, стоит машина на первом месте. Посмотрим, что за машина. И тоже, кстати, 21 года. Итак, вариатор, руль в коже с подогревом. Музыка присутствует. Подогрев сидений трехступенчатый. Здесь стоит кондиционер. Включение ESP, ну и так далее. Такая вот машинка. Давайте я вам немного вас потомлю. Смотрите. Так-то вроде, да? Все красиво. Ничего такого здесь вроде так визуально. Какие-то эксцессов нет. Ну, не знаю, пока не пока. Опять же, надо смотреть салон. Видите, у нас глянцевая эмблема. Ну и смотрим.
Лада Веста, 21 год, 1 миллион 45 тысяч рублей просит за эту машину. Бензин 1.6, 113 лошадок, цвет белый, вариатор, один владелец по ПТС. Пробег 13 500 километров. Обмен на ваш авто по программе Трейдин с выгодой до 50 тысяч. Повторить ли пород в зеркалах? Вот. Ну и что? А теперь, как обещал. А нет, у нас еще вон, вижу, Ларгус стоит. Давайте еще посмотрим Ларгус один. И потом в конце посмотрим, что же за машина продана тоже 21 года. Вот еще Ларгус. Автомобиль с пробегом Trinity Motors. Это называется контора Trinity Expert. Адрес потом приведу в конце. Итак, Ларгус 14 год. 455 тысяч рублей стоит машина. Механика, понятно, один владелец по ПТС. 84 лошади, пробег 287 025 километров. И также здесь есть обмен на ваш авто по программе Трейдин с выгодой до 50 тысяч рублей. Ну, тут тоже некоторые нюансы. На капоте тоже есть такие, ну, скажем так, шероховатости. Штампы и колпаки. Черные зеркала, черные ручки, дефлекторы вот, вот такого вида, рейлинги. Сзади присутствует фаркоп, тоже есть такие потертости. Тут вот тоже. И тут тоже, видите, вот есть такие нюансы. Ну и что? Давайте я вам сейчас покажу машина, которая 21 года, и которая самая-самая топ продаж у которой вот каждый месяц. Вон, видите, беленькая. И все догадались, да, что это уже Toyota RAV4, уже самая-самая вот свежая, самая новая модификация. Туманки, омыватели фар, автомобили с пробегом. Обратите внимание, датчиков парковки нет. Вот такие диски. Резина Bridgestone. Имеются рейлинги. Дефлекторы окон. Сзади тонировка. Ручки в цвет кузова, зеркала тоже. И в зеркалах повторители поворотов. Итак, смотрим. Toyota RAV4, 21 год. 2 миллиона 755 тысяч рублей стоит эта машина. Стоит здесь вариатор, привод полный, один владелец. Движок 2 литра, 149 лошадок. Пробег 8539 километров. Вот так. То есть, что человека сподвигло продать? А не тянет кредит? Или он разочаровался в движке, в вариаторе? Как считаете? То есть, точно так же могло быть и с Вестой, согласитесь. Сзади уже, как видите, имеются датчики парковки. У нас тут недавно дождь прошел, поэтому такой вот вид. Хотя я знаю, что машины, в принципе, вот эти вот, их периодически потом, после сильных таких дождей, отгоняют на мойку. Но, видимо, посчитали, что дождик был не совсем такой сильный. И вот так. Ну что, как вам цены? Пишите, комментируйте. Всем пока, счастливо. Подписывайтесь.